Сегодня Федерация панкратиона города Москвы беседует с заслуженным тренером России, главным тренером команды Eagles MMA Нурмагомедовым Абдулманапом Магомедовичем. Абдулманап, здравствуйте. День добрый. На днях состоялся в Таджикистане чемпионат мира по профессиональному боевому самбо версии Федерации боевого самбо России. Вы были там, пару слов о прошедшем событии. Я скажу одним словом, чемпионат был очень сложный, яркий по событиям. И впервые Россия спустилась на третье место. В этом есть веские причины. Я, наверное, признаюсь, или я не тот, или ребята не те. Ну, как говорится, экспериментировали тоже с молодым составом. И два бойца, 74, капитан команды. Бывший капитан Магомедов Марат не смог приехать в последний момент в Таджикистан. И мы начали выступление без двух бойцов. Это минус 18 очей уже. Итоги команды. Один чемпион, два вторых, один третий. Выступили, конечно, ниже своих возможностей. Будем самокритичны. А так, общая организация турнира, как все прошло, ваше мнение? Мое мнение, очень хорошо подготовились, встретили очень хорошо, добродушно, гостеприимно. Огромное спасибо хозяевам и организаторам. И то, что они показали такую организацию, это пример для других стран организации чемпионата мира по профессиональному боевому самбо. Абдулманап, ну и, конечно, самый, наверное, главный вопрос на сегодняшний день по поводу вашего сына Хабиба Нурмагомедова. Сейчас в сетях очень много информации о том, что он опять не в весе, там какие-то проблемы. Расскажите, пожалуйста, чтобы из первых уст была информация, как проходит сгонка, что сейчас с тренировочным процессом и как, в общем, дела у Хабиба. Там сегодня воскресенье. Хабиб попарился, пошел, весился мне, отправил 78 килограмм, пьет 8 литров воды, никакой проблемы нету. 3,5 килограмм на этот срок идем с опережением. Откуда у них такая информация? Ну, в сетях любят пошуметь и по поводу, и без повода. Да. Просто хотелось услышать именно информацию от вас, как от первоисточника. То есть все хорошо, все в норме? Все отлично, все хорошо. Готов тоже неплохо, очень даже хорошо. Тут все не сглазит, все нормально, все хорошо. Ваши пару слов, ваше мнение о предстоящем бою, о сопернике Хабиба. Скажем, в двух словах и двух кодерах о нашем сопернике. Это быстрые ноги, колени. Лучший ударник в этом легком весе. Рейтинг третий. Сегодня, наверное, наших оппонентов нет возможности сказать, что мы не деремся с первой десяткой. Кого мы побили, вы же видите, что он творит 77. Ну, сам вчера говорили, как он обошел, как выиграл. Когда мы выиграем, он никакой. Но когда они выиграют других, они очень сильные. Тоже непонятная реакция наших болельщиков. Хорошо, спасибо вам за уделенное время. Как всегда, самое главное – здоровье, ну и побед. Надеемся. Спасибо.